Con el vidrio. Отсвечивает мне в камеру. Красиво. Травой свет не держит. Ну так что, это ж видеосъемка. Потом потом же можно нарезать. Нарезать можно. Нарезать. Все можно нарезать. Цветочки. Беседочка в деревья. Дойдем до лебеди. Беседочек на всех не хватает. Угу. Пойдем искать. А что ты думаешь? А, вон, я бачу. Все, давай вертаться. Вони на тому боці, вони зараз назад прийдуть. Давай, ми вже свої папу дожмемо, що це Так пацаны не позируют перед каждым, останавливаются. Мы позвонили специально, чтобы узнать. А Женя надо было на 30-граммовую. Годувати заборонено. Право, влево, так, право, влево. Посмотри, держись.
Дальше прям. Но она не работает. Вон она, вон там, за деревом. А далеко у меня не будет видно. Объектив не такой. А вот, вот смотри, он поступал. Поближе, да. Ну ладно, сейчас. Она была белочка. Вон она белая. Убежала. Белочка убежала. И Вика, и белочка.
бачиш, в сцені? А второй я думал взять и забыл. Ну, я не думал, что я видео буду. Такие красивые елочки. Какие-то собаки, кстати, которые пятнистые, что да, 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 куда я гладко сверхнула. Что будем делать? Это стильный зайчик такой. Солнце прямо в фотик. Поверь, да. Да?
Сонце светит с укедла. И не получается. Блики-блики. Против солнца. Объектив дешевый, контровой свет не держит. Ну, я ж видео снимаю. Ну, ты прекрати снимать. Сфоткал. Я сразу вспоминаю, как Лера ходила в этот дом. И боялась. Все, сфоткал. Пандочка очень красивая. Какая пандочка? Этот, помню вид, когда я фоткал. Вот здесь от колесо, там где дядя стоит, такой пересвета. Вот здесь отражение, чтобы было. Вот оно колесо, отражается в стекле. Вот это ты видишь. И вот здесь стоит невеста. И вот так снизу такой вид. Вот он вот так вот красиво очень получалось. И на широком угле, конечно, очень симпатично было. Вот это место.
Это не самогон, а так. Белочка. Сейчас я хочу аккумулятор еще досадить. Вот это место, где мы его тут фоткали. Пошли там по над стеночкой пройдемся. Мое любимое фотоместо. Вот это мое любимое фотоместо. Здесь такая красота. На длинный объектив. My favorite. Да, да, да. Оно краснеет потом осень. Эти листики. Это очередь на прыгал.
тебе. Пошли еще мимо озера пройдемся. Пошли. Пока аккумулятор не сел. Если сядешь, чтобы не потерялась. Куда они пожрут лебедей? Сидят. Да, в воде плавает. О, бульк. Все? А нет. На пару месяцев приходила, сейчас я так не заблудилась. Как это? Как
страха перед тюрями.